Приветствую вас, мои дорогие зрители! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня мы с вами будем тестировать новый продукт. Кстати, меня зовут Лилия Донскова. Мы будем тестировать новый продукт из каталога Oriflame номер 6. И это масло Элио. И это необычное масло. Оно укрепляющее для волос. Вот так вот выглядит масло, когда вы его получите. Оно приходит в коробочке. А внутри зеленый флакон с прозрачной крышкой. Мне очень нравятся все масла из серии Элио, я их перепробовала каждое. Последний мой фаворит — это ночное масло в таком синем флаконе. А сейчас будет у нас новинка. Что меня зацепило? То, что с первого применения виден эффект, и создатели обещают нам, что это масло будет укреплять и восстанавливать сухие и ломкие волосы. И что входит в состав? Масло Тамано. Оно создает защитный барьер и сохраняет влагу изнутри и укрепляет волосы. Далее, органовое масло предотвращает повреждения, запечатывает, разглаживает кутикулу, а также питает и укрепляет волосы изнутри. И масло розы, оно уплотняет, глубоко питает, делает волосы послушными и облегчает укладку. А прежде чем попробовать масло, я вам расскажу, что я делала уже с волосами. Сначала я взяла шампунь, тоже из серии Элио, и вымыла голову им два раза. Кстати, обращаю ваше внимание, что сейчас действует акция. При покупке масла, шампунь всего за 199 рублей. Я рекомендую воспользоваться этим предложением, потому что шампунь классный. Я его обожаю, и он обычно дорогой, без скидки. Кстати, он стоит 560 рублей. И, ну, это достаточно высокая цена для шампуня. Я его люблю, потому что он классно напитывает волосы и чудесно пахнет. И после него волосы вот какие-то, ну, все равно необыкновенные. Так, про шампунь рассказала. Вымыла голову шампунем, просто просушила полотенцем, чтобы с волос не лилось. Как видите, они уже такие слегка подсушенные. Я просто сделала тюрбан. И сейчас прям я буду наносить масло. Как им правильно пользоваться? Масло должно согреться в наших ладошках. То есть я беру 2-3 капли, начну с двух, и растираю, и согреваю в ладошках. Ручки теплые, и масло хорошо согревается. И после этого я переношу масло на волосы. Смотрите, я не беру сразу все в одно место, то есть я дотронулась слегка, отдала немножко масла, дотронулась вот так, отдала масло, по кончикам, по всей длине прохожусь. То есть и вот тут вот оставляю масло изнутри, то есть я стараюсь, чтобы у меня все волосы получили небольшое количество масла. Много не нужно, чтобы не жирнить волосы. Смотрите, волосы я не кручу, я просто до них дотрагиваюсь, и масло остается на волосах. То есть мы с волосами обращаемся как, ну, я не знаю, это прям вот дар природы. Очень аккуратно и нежно беру еще одну каплю, также растираю на ладошках и переношу на волосы. Кстати, как определить, сколько вам нужно масла? Ну, во-первых, это зависит от длины волос. Если волосы длинные, соответственно, масла нужно будет больше. Если волосы короче, значит, нужно чуть-чуть. Я оставляю масло, как вы видите, отступая от начала роста волос примерно 7-10 сантиметров, чтобы не жирнить кончики. Хотя у меня волосы сухие, и масло уходит просто как в губку, впитывается после масла. Даже если делаю 5-6 капель, у меня все равно нет ощущения, что волосы грязные или выглядят как-то неряшливо. Нет, мне очень-очень комфортно. Так, ну вот, все я сделала. А сейчас можно просушить волосы немного или естественным путем, или феном. Ну, я воспользуюсь феном, чтобы ускорить наш процесс, и вернусь к вам, скажу, какие у меня ощущения, получилось ли достичь того эффекта. Но все же я думаю, что лучше волосам давать высохнуть естественным путем, чтобы они не пересушивались горячим феном. Но, кстати, масло, оно также и защитит
от горячей обработки, но слишком феном не увлекайтесь. Делайте сушку правильно, отступайте от волос на такое вот расстояние где-то 20-30 сантиметров, чтобы не было слишком обжигающего потока воздуха. И я всегда переключаюсь, немножко делаю теплый, потом на холодный, остужаю, то есть я даю волосам такой вот даже сушку феном более естественным путем. Ну все, я пошла на просушку. Ну что, смотрите, какой эффект получился. Волосы я просто слегка подсушила, то есть они даже внутри немножко влажные сейчас остались. Я не использовала никаких укладочных средств, я их просто расчесала, то есть я их не подкручивала расческой, не вытягивала, то есть я специально не делала ничего, чтобы не, как говорится, не испортить этот эффект, то есть не замылить его, да, или как-то вот чтобы было понятно, что будет происходить с волосами, если просто нанести одно масло. Посмотрите, они, во-первых, очень хорошо расчесываются, расчесались намного легче. Кстати, использую такую расческу тоже от Oriflame, волосики немножко, которая облегчает распутывание волос, и мне реально эта расческа нравится. То есть смотрите, она вот прям скользит по волосам, я намного легче расчесала волосы. Во-вторых, они шелковистые и на ощупь, вот обычно мои волосы, они даже влажные на ощупь, как ваточка, такие чувствуют, что они прям мягкие становятся и хрупкие, вот чего я боюсь всегда их еще больше повредить. Так вот сейчас у меня есть ощущение, что они более плотные, то есть вот то, что обещали, сработало, и мне эти ощущения понравились, надеюсь, вам тоже понравится, потому что я знаю, что многие обожают масло Элио. Ой, ну кайф вообще, я от своих волос прям балдею. Так что, ребят, тест-драйв прошел успешно, я довольна маслом, буду теперь его заказывать, ну или ночное, потому что я люблю чередовать то одно, то другое брать, но это масло можно смело рекомендовать и другим людям, и самим пользоваться с удовольствием, особенно сейчас, когда идет акция с шампунем, можно брать их вот так вот в парочке и баловать волосы и шампунем классным, и классным маслом. Ну что, благодарю вас всех за внимание, желаю вам красоты, чудесные гривы, шевелюры, отращивайте волосы, балдейте от самой себя, и всем вам желаю счастья и здоровья. А, стоп, еще, если видео полезное, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, не забывайте, я вас жду, пока-пока.